На улице плюс один. Собрались на рыбалку на ротана. Ну что, придется ехать, раз собрались. Петушки молодые поют. Благую весть сулят. Ну ладно, все, собираемся на рыбалку и едем. Уже местные жители пошли, приехали, и мы тоже подъехали. Сейчас пойдем ловить. Посмотрим, что у нас из этого выйдет. Погода пока радует. Да уж, ветер, конечно. Ну а лед-то ничего. Лед застыл. Сейчас будем пробовать искать ротана. Вот и первый ротан у нас. Вот такое сие чудо. Правда, мелковат попался, но тем не менее первая поклевочка. Первый ротан утрешний. Глубина где-то сантиметров 50-60. Вот он еще один ротанчик. Этот уже получается даже покрупнее. Вот такое сие чудо. Стайка подошла. Искать его надо. Потом еще один. Мужика не ловится, кричит. Ловит кто-нибудь или нет? Надо палатку ставить и в палатке сидеть. Вяло как-то берет, у него клюв такой своеобразный, не как у окуня. О-о-о!
Вот это большой какой. Ничего себе. О, какая, какая жаба. Жаба какая. Еще один. Вроде разошелся. Стайка подошла. Пока еще раннее утро, но я думаю, все-таки клев разойдется к обеду. Мы приехали на целый день до вечера порыбачить. Вот он, какой хорошенький большой ротанчик. Удочка у меня, это получается смык, стоит плетенка. Вторая плетенка со спиннинга оставалась. Я примотал ее на смык. Ну, в принципе, ничего, пойдет. Правда, зимой замерзает, налить на нее получается. А так нормально. Вот, нет, клюнет. Мелковат, но пойдет. Ветра бы еще бы не было, так вообще хорошо было. Но зато радует, что плюс один. Ну, ноль где-то, плюс один. Красавчик. Еще один. Стайками подходит периодически. Вот это. Интересные поклевки у него. Прям очень интересные. Его и подсекать, и не подсекать, непонятно как. Ух ты, сорвался. Надо другой привязывать крючок. Thank you.
еще один. Вот он. Опа. Красавчик вялый. Хочу я провести эксперимент вот такой небольшой. Взял я вот такую джиголовку небольшую. Я не знаю, какой номер это, вчера в магазине купил. Сейчас я буду ловить ротана на его. Вот именно на большой крючок. Потому что на маленький крючок он срывается. И взял я вот такую детскую игрушку. Попробую половить я на резину. Посмотрим, что у нас из этого выйдет. Если дома забыл я порезать, не будет ловиться. Ну и хай на него. Так, где-то у меня был ножик. Сейчас мы отрежем это все. Так, оденем вот такую резину на крючок и будем пробовать рыбачить на ее. Вот такие усики оставим. Во. И будем пробовать. Ну что, проводим эксперимент. Такая крокозябра получилась. Так, что, начнем с первой лунки. С какой я и начинал. Что это? Так, на нашу клевую лунку садимся. И начинаем опускать. Вот такая вот оснастка. Как уже показывал, джиголовка и кусок резины детской. Игрушки. Понравится ему резина или не понравится. Смотрим. Мужик тоже подходил, говорит, ничего не ловится. Плохо. По идее, должен клевать как из пулемета. Это просто шок. Смотрите. И на резину клюет, и на джиголовку. А, красавчик. Короче, походу ему пофигу, что кушать. И на что клевать. Если он есть. О, какой крупный. Вообще красавец. Ничего себе. Вот это ротан. Какой большой.
Балдит помаленьку? Нет. Никого нету сегодня? Нет. Вчера, как всегда, говорю, вчера клевало, сегодня нет. Вообще вот, ну, сразу просверлил две лунки, вот так вот пошел сюда. Раз, подошел, раз, есть, второй раз есть. На пупок. Все потом перестало. Ну, держится еще хорошо. Ну, потом вообще вот эту крокозябру повешал, вот эту. Ну, почему он крупных два штуки выловил и все? Блин, ну то на той лунке, вот я тебе говорю, три дня назад, крупные, все в основном, самый мелкий вот такой был. Ничего себе. Ну, 70 штук, я тебе говорю, блин. Ничего. Сегодня поймал он 16 штук, вот такие вот, вот такая вот херня. Но... мелкий, вот и возьми. Что за ерунда, не знаю, и не клюет. Пацанята вон пришли, Данька этот сидел в красной куртке. Ну. Я, говорит, ведерко вечером поймал. Ну я в 3 часа подъехал к нему, клевало. Вчера. Ага. Ну а я устал, просто сеть выдалбливал, устал. Думаю, да ну ее нахер. Поехал домой. А домой уже приехал по этому. Думаю, да зря я не остался, до 5 надо было порыбачить. Ну мы по 5, до 5 порыбачим, посмотрим, как будет. Ну, а сегодня нету ни херена. Ну. Вот что за херня, хер его знает. Ну. Ну вот джиголовку поставил, крупняк пошел, прям сразу хватает. А вот с этой, вот на пупок рыбачу, срывается. Ну он возьмет, придет, раз и нету, раз и... Андатор подошел, смотрю, думал этот, ротан. А? Этот андатор подошел, и давай за крючок. Одна удочка, я в одной, с одной лунки двумя она. Одну повыше под лед поставил, он подходит, думал, ну блин, ротан. Ну, на середине тонковатый все равно. Вот, а это, а он приехал вчера, говорит, а я сотню штук поймал. Правда, промок весь, но поймал. Не, вот, я говорю, вообще никак. Че ему надо, то ли погода, 756, это... Вот вроде возьмется, начнет браться, раз сорвется, раз сойдет. Ну, никакого жору нету. Мороза надо. Ну, на выходные вот он. Мороз. Передают. Попался. Вот это какой красавица. Ребят, смотрите, большой какой, а. Ротанчик. Прям вообще такой хороший, а. Эх, насадка. Отдай насадку. Насадку-то мне отдай. Вот он, как и говорил. Рыбачу, как видите, на детскую игрушку и кусочек мяса. Ветер у нас усилился, пока чайку попил. И тут, ребят, у нас поклевочка вот на стоячую удочку. Ушел. Сошел. Хотел показать вам, что он там сидел, но его не оказалось. Ладно. Мужик приехал, сейчас говорил, что клев только начинается после обеда. Что утром всегда плохо. Ну ничего, будем ждать. Мы приехали до вечера. Рыбачить. Вот он сорвался. Вот видите, то на лодочку, то на такую клюет. Вот он. Вроде две удочки рядом стоят и выбирает-то. Еще смотрит. Вот он еще один ушел. Прям на два смыка клювало. Ну ничего, выловим. Вот он.
еще один. Неплохой. Хороший вот такой вот крупный ротан. Вот, вот он. Наконец-то я его поймал, блин. Вот собака. Да я тебе про что и говорю, что здесь вообще... Ну... Я же тебе про это и говорю, что здесь хороший, крупный. Я вон одного прям вообще большого поймал. А это? Да тут рыбы много. Много-много здесь. Много раз. Ну как там мелко, я вон на этой лунке ловил. Вот он. Ух ты. Хотел дуплетом. Не получилось. Девчонки бегают. Каникулы. Так, ну что, наша рыбалочка на ротана подходит к завершению. Поймал ее. В том месте, где я бил 22 штуки. Здесь вот у меня уже пакет. Сейчас мы посчитаем. Так, ветер как бы встать-то. 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30. 31, около 80 штук я поймал. Замечательно. Красивый ротан. Будем из него котлеты делать, либо будем солить. Такая куча. Мужичок тоже приехал, он там в кустах сидит, рыбачит. Ну да, а рыбка тоже у него есть. С воды приезжал. Все, собираемся. Ветер подул холодный. Вот такая у нас вышла рыбалка на ротана. Всем спасибо, кто смотрел. Кто не подписан на канал, подписывайтесь. До новых встреч. Это мальчик, если она не подхватывает.